Все мои добрые пожелания. На этом уроке мы разберем, каким образом сделать первую запись. Если вы уже открыли свой блог, если вы открыли свой сайт, то вам надо будет научиться производить записи. Каким образом это делается? Надо будет набрать в поисковике ваш адрес. К имени вашего адреса вы должны набрать через слэш, через кривую вот это вот черточку wp-admin, и тогда откроется вот такая вот страничка. В первую строку вписываете имя вашего пользователя, которого вы зарегистрировали, или вам этот логин и пароль, они придут по почте. Заполняете их, жмем на кнопку войти. Теперь мы оказались в админ части сайта, и обратите внимание, слева у вас будет панель управления. Все записи, все управление сайтом у вас будет происходить именно с помощью вот этих вот строк. Но в данном случае мы сделаем нашу первую запись. Идем в раздел записи и жмем на кнопку «Добавить новую». Откроется такое окно. Тут есть подсказки. Введите заголовок. И отожмите панель управления в две строки, и вот в это пустое поле вы вписываете свой текст. Ну, допустим, наша первая запись. Пишем текст. Рекомендую сначала набрать ваш текст в Word-овском документе. Ну и или в любом текстовом редакторе. И только потом внести ваш текст сюда. Ну, проще говоря, вставить, скопировать и вставить. Предположим, вы вставили свой текст, и надо будет посмотреть теперь вправо. Тут есть разные подразделы. Давайте посмотрим рубрики. Их можно создавать сколько угодно. Мы тут пропишем любую рубрику. Вы, конечно, будете вписывать то, что вам необходимо. Наша рубрика. Обратите внимание, рубрики бывают родительские и бывают еще подрубрики. А у нас это будет основной вариант, основной раздел, поэтому жмем на кнопку «Добавить новую рубрику». Таким образом, наш текст теперь будет в рубрике «Наша рубрика» в этом разделе. Далее, тут можно будет поставить метку. Ну, предположим, автор этой метки, скажем, некий Сергей. Добавляем метку. Метки также можно будет добавить разные. Это для удобства поиска информации по определенным категориям. Тут по категории рубрики идет, а здесь по меткам можно будет потом найти все записи, которые будут относиться к метке Сергей. Они будут уже всплывать в одной страничке. После того, как вы определились с рубрикой и метками, можем публиковать нашу запись. Жмем на кнопку «Опубликовать». Давайте проверим то, что мы сейчас сделали. Жмем вот на эту кнопку «Просмотреть изменения». И вот наша первая запись, она выглядит вот таким образом. Наша первая запись, а это текст. Далее мы рассмотрим, как можно будет вставлять фотографии и оформить эту запись с помощью миниатюры записи. Это уже будет на следующем уроке. Если кто-то что-то не понял, я рекомендую посмотреть еще раз сначала. Если у вас есть какие-то вопросы, то тогда задавайте либо в личку, либо вот в YouTube под этим видео. Спасибо за внимание. С вами был Сибдей Том.